музыкой. В рамках проекта «Материнство Салант» мы продолжаем знакомить вас с нашим выбором, с тем, что помогает нам в нашем счастливом материнстве. И сегодня речь пойдет про музыкальный кубик фирмы «Манчкин», кубик Моцарта. Все родители знают, что чем раньше вы начнете знакомить ребенка с музыкальными произведениями, а, как говорят психологи, лучше это начать с классики, то тем быстрее у ребенка происходят какие-то химические процессы в голове, в головном мозге, и ребенок лучше развивается, и тем самым у него с детства прививается неплохой музыкальный вкус. Но проблема в том, что найти качественную музыку именно в игрушках сейчас очень сложно. В основном это какие-то кричащие, давящие на уши произведения. Даже, наверное, произведением это назвать нельзя. А вот музыкальные игрушки хорошие, действительно редкость. Можно, конечно, взять телефон, подключить его к колонке, но тогда ребенок не сможет с этим играть. А мы хотим, чтобы ребенок был занят делом и чтобы он одновременно привыкал к хорошей музыке. Итак, наш кубик Манчкин, кубик Моцарта. Кубик имеет две громкости. Громкость средняя, например, когда у вас один или двое детей играют в эту игрушку. Звучит так. И максимальная громкость, когда у вас пришла компания детей. И средней громкости будет уже просто не слышно. У этого кубика 5 отдельных инструментов. Это скрипка. Каждый инструмент вы можете включать по отдельности. И в процессе просто добавлять. Мы добавили флейту сейчас. Сейчас давай добавим арфу. И вы слышите, как все инструменты соединяются в одну композицию. Скрипка. Арфа, рожок, флейта и фортепиано. Классно. Совершенно не раздражает слух родителей. То есть, если ребенок даже будет целый день играть с этим кубиком, вы будете, мне кажется, либо оставаться в нейтралитете, либо вам, наоборот, будет нравиться. Этот кубик не имеет углов, что позволяет с ним легко играть и, главное, безопасно. Ребенок никак себя не травмирует. Вес кубика 725 граммов. Если, например, у вас в комнате полумрак, то при выключенном свете эти кнопки, они все светятся, но не так ярко, чтобы как-то портилось зрение малыша. Ну и наша финальная кнопка – это весь оркестр, и здесь же вы переключаете все 8 композиций. Кубик Моцарта на штатных батарейках, тут нужно 3 батарейки, может работать до 5 часов беспрерывно. Ну что, я надеюсь, что наш обзор вам понравился, и вы для себя сделали уже какие-то выводы, сделали какой-то выбор, и мы вам были только полезны. Любите быть родителями и прививайте своему ребенку только лучшее. Пока-пока.